Чё, если быстро все закроем, еще пойдем десятку? О, так ничего. Ну, Да, тогда. можно, я не против. Десяточку. Блять, только чтобы она не на 2 часа была. Блять, там надо Да, тут да, классно да. сделать. Это, блядь, все Брюли виноват просто. Не напоминайте. Это все танк. Раньше была виновата сова, а теперь виноват во всем танк. Я сегодня Саня тоже говорил про это. Тут, да что он говорит, заебатый танк, говорит. Не может быть такого. Ну, Зломан танчил хорошо. И вроде Кару тоже. Ну что Нормально. стали после рейдов просто эти 25-ок ебаны. Подзаебались люди. Да и с хилом сложно было. То я эрдрушником хилил. Я давно не хилил. И потом шаман в истории такой. Странно то, что он не хилился, он сам себя не отхиливал ударом смерти. Он юзает только захват рун и все. А ударом смерти почему-то он не бил босса. Только подожди, потому что мы трэш пиздим. Вот это почему-то странно мне показалось. Там и по это можно было сожрать. А, трэш бьете. Так, напомните мне ротацию на шипешника. Ну-ка, что там, блядь? Один, один, два, три. Там. Привет. Там что-то во флудилке какой-то длинный текст. Может кто-то вкратце рассказать, что там было? Текст длинный. Да я ничего полезного. Вкратце там на синдре, блядь, решили почилить челики. Ну, я не знаю, как бы. Просто, блядь, есть такие вещи, которые вроде как бы и сами люди должны знать, если они как бы ходят с успехом, закрывают все. Но бывают такие нюансы, которые, блядь, может и расслабились люди, может еще что-то, может, блядь, залагало, там разное бывает. Когда ты хилишь на синдре, блядь, объясняют для всех, если кто-то вдруг хилами играет или хочет в будущем играть хилами. Вот как нужно действовать. Вот синдра, она дышит. Дыхание бьет, да хуя оно бьет. Оно бьет 43 тысячи по дефолту. Вот. И на второй фазе, когда танк под стаками, вот просто 5 стаков он получил, оно уже 80 тысяч будет идти. Здесь, конечно, идет саппорт, вычитается там 30-40% вычитается саппорт, в зависимости от того, сколько шмоток одето, выпит ли саппорт у танка. Вот. Но дамаг, который от дыхания, он Ну, очень типа мощный, шкафа перед тем, как уйти. очень большой. Вот. И хилы, их прямая обязанность не уронить танка. Все хилы, весь рейд. И это касается и всех ассист классов, и шипешников, и ретриков. Всех касается. Если танк падает, вы должны это понимать, простую истину. Если танк падает, падает весь рейд. Там, блядь, сложно затащить, потому что босс уходит, блядь, люди не скидывают стаки, из-за этого их просто убивает ледяная аура. Просто посчитайте себе хоть раз. 4500 она бьет по дефолту. Просто 4500 каждые 3 секунды. Когда вы ловите 5 стаков, то есть вы одну глыбу пропустили, вот, вы уже будете ловить по 9000. Там считается, конечно, саппорт, который на вас есть, там 130, вот эта аура, блядь. Оно считается, там оно 1000 по 7 бьет. Но имейте в виду, блядь, это уже приличный дамаг, учитывая, что, блядь, он идет по всем 25 людям. Вот. Поэтому, блядь, вывод очень простой. Вы Дыхание. еще не в инсте пишите Хилы плюс. виноваты во всем, да? Кто? Хилы. Ну. Вот там вот этот один вайп, который был, да, когда они прохилили танка. Это был, по-моему, или третий, или четвертый, я уж не помню, не считал. Но я нашел этот момент. Ну, там такая ситуация, знаешь, блядь. Я написал по поводу пристов, что они делать должны, что они могли сделать, но не сделали. Я видел, что там и как было. Все 5 хилов стоят живые. У друида-инвалида только стаки. Он вот эту таинственную энергию, блядь, на остальных четырех не было. Ну, он, конечно, сдох быстро, это без сомнений, без всяких. Но, блядь. Так, как мы замутим? Да это массиста или лидера. То есть. Народ, у кого-то опление дали. Мы не назад. Позавчера только дали. Еще неделю назад как. Да, давно дали. Недели назад, да. Вот позавчера только дали, бля. А че, у тебя есть отопление? У меня нет нихуя. Не больше уже снег пошел. У нас, да, тоже снег идет. Короче, там Снег пошел. такая ситуация. Да, уже. А, ну у вас же там Снежный покров. Сибирь там, да.
У меня средняя полоса. Заложим же Destroy, да? Так что там не летел? ХПС накручиваешь. Я просто двойку жму и все. И в лицо от вертухи получаешь. Да нет, меня просто это он кастанул, типа стан, там урон наносит. А, это что, собака уже весь трэш убитый, да? Сейчас. Да. Нихуя себе. Так, а если мне тут рыба, блять. Объяснение веселых тактик. Есть у кого-то рыба в сумке? Сапрон, а вот рыба есть. Есть сапрон, давайте обмен войду, если кому надо. Сова будет от кого-нибудь? Сова? Ну, мурависта, если только заставить. У нас так мало миликов. У синтека есть, по-моему, сова, да? Да, тут, да. Тут на собаке точно можно в сову, тут рыдру особо не надо. Че, мне в сову, то да ладно. Да. А висту сломать? Тут поменьше хилов надо. Я вот думаю, может даже Акису в ДД ебануть. Как думаете? Акиса, что думаешь? Два приста и хп хватит на этот босс. Я думаю. Да, так что... Давай Акиса тоже в ДД тогда. Три хила будет. Ну, я слышал такое, что как бы... Посмотрим просто, как вам будет. Я думаю, нормально должно быть. Блять, Девакин, ты мне кажется второй раз кидаешь, не? Ну я, блядь, сижу на автомате, хуярю. Мне показалось, ты второй раз кинул, или мне показалось? Доверяй, ну провери. Ебать, не, ну видео записано, я проверять как бы не хочу, блядь. Хуярит, ну по-моему я посмотрел просто так мельком, смотрю Девакин, ага. Хуярю, еще следующую банку доставаю, ну в один слот ложу, типа одну штуку. Хуяк, смотрю, что с Девакин. Ебать, ну что, второй раз мне хуярит, уже третий, может, нахуй. Девакин, давай завязывай с этой хуйней, нахуй. Я не знаю, показалось мне или нет, нахуй. Ну, блядь. Будем считать, я ебанулся, нахуй. О, притон. Я, кстати, могу сесть на замену, потому что мне отсюда ничего не нужно. А притону посадить к вам. Столик. Давай. Буду просто сидеть здесь. Ага. Будет пятый лок у нас в четвертой пати. Не-не-не, там будет этот. Веса там будет. Хилить вас. Ну кто из вас живучий? Самый живучий? Викторка, давай его. А чем я лучше? Подожди, я тоже хочу шупешника. Я понял, бля. Притон, значит, так как он последний. Так. Ну надо тебе, короче, выйти и еще поставьте... А, шкаф стоит и притон особенно. Или портал ему, дайте истории. Чё за херня, маги? Я вам трейд кидаю, дайте мне еды, блядь. Тебя берут от меня. Поставьте эту залупу, как он, столик. Во. Сейчас мы возьмем. Ставил уже просто. Отойдите там, блядь, не видно нихуя. Там сова, блядь, загораживает. А, вон столик. Ну, бортышки, блядь, совы тут. Вот сейчас загораживаю. Тебе пришел сумон, притон? Короче, бля, я давно на РДД не играл. Сумон пока не пришел. Так. Кто у нас там? Рарник, ассист. Ваша, да, там ассиста. И Викторка, она еще. Если что, Викторка, ты как всегда этот самый путеводитель РДДшников. Рарник, ты как всегда кружок. Если вдруг кто-то там не шарит. Никто же не забыл, тут все были уже. Думаю, заново не будем всю эту хуйню разжевывать. Тыкайте на сумон. Притон, пришла тебе эта хуйня? Печенька, я все. Да, я сейчас. Да, задам тебе топор, блядь. Если он упадет. Тебе прям чисто один этот топор надо. Для красоты, чтобы было.
Для внешки. Так, притон не сумунится, я хуй знает. Ты тут еще история в инсте или что, я ничего не понимаю. Я тут. А, все, он сумунулся. Так, теперь надо... Нет, надо разделить челиков. 12 фиолетовых и 12 этих, нахуй, как она называется. Значит, Милик... Зеленый. Милик Акиса и Милик... кто с вас ДЦ? Геншин. Геншин. Акиса и этот... Блять, я вот не знаю, просто вам, наверное, не надо ставить метки. Ну, вы понимаете, да? Вот где звезда, это милики начинают. Где кружок, с этой стороны РДД начинают. Так. Значит, Геншин и Акиса вы начинаете в звезде. Первая и вторая пати вы в звезде. Так, вместо притона надо кого-то еще туда кинуть. Сука. Кто еще может... почилить, со звезды начать, чтобы притон РДДшников у нас был. Я думаю, Давакин может. Давакин, ты был, да, в этой хуйне? Прыгал? Блять. Хотел прыгать, да стрелять. Притон, ты справишься это, прыгать с черной меткой? Прыгать, бегать? Я не игрался с черной меткой, не знаю даже. Хорошо. Ну, тебе тупо надо прыгать и все. Кто справится? Этот, Синтек, может, ты на сове справишься? В чем? Ну, это, начать с этой, как она называется? С той метки, чтобы притон в РДД стоял. Давай? Я хз. Ну, блядь, двигаться постоянно. Тогда давай, холик, не люблю щиты, ты будешь. Что я буду? Блядь, вы не знаете тактику? Ну, прыгать? Прыгать, да. Прыгать. С фиолетовой стороны. Да, ладно. Давай попрыгаю еще раз. Давай, это самое. Только не попрыгай, как в прошлый раз. Ты сдыхал тогда. Это, ты не сдыхай, короче, смотри. Если прыгать не получается, просто бегай вот так вот. Если хуево совсем получается, то вот так вот круг зажми. Вперед и влево или вправо. Вот так круги зажми. У тебя откидываться стаки будут. Ну, общем... Прямо еще как стоишь тут, смотри. Зажал, да и клавишу. Вот так, ну давай. Оп. Можно еще пятиться, типа вот так вот медленно идешь и тоже назад нажимаешь, и там, блядь, одновременно хилишь. Как это сам? Короче, Акиса, два приста, Айнвен в РДД стоит. Первая, вторая пати, кроме притона. Вот, вы 9 и 3 тех человека, это будет с фиолетом. То есть два приста, Геншин, не люблю, Акиса, они будут с фиолетовыми. И первая, вторая пати с фиолетами, кроме притона. Все остальные должны быть зеленые, вот, чтобы вы понимали. Так, Геншин, Акиса не люблю. Начинайте с звездочки. Притон, ты начинаешь с кружка. Все, теперь даем чек на пул и попробуем разъебать этого ебаного босса. Так, все готовы? Где у меня тут, блять, отчет, сука? Зайзерот. Вот он. Даю отчет. 4, 3, 2, 1. Чё, вайп сейчас будет или чё? Пал, ЛПСа стоит у нас в этом, что ли? Мне кажется, ЛПСа с фиолетой. На ПСа чёрная. На ПСа чёрная. ПСа, ну уйди, пожалуйста. Уйди на другую сторону, ПС, сейчас убьешь нас всех. Блять, нет слов просто нахуй. Кто-то, сука, зеленый был, нахуй. Выходим. Малефициста фиолета. А, вон у притона зеленая, нахуй. Нам не хватает миликов или что? Че, выходим? Пусть все меня тогда, может, трога заменит, нет? Да, давайте падаем. Кого заменит? Бонсай. Ну, если миликов не хватает, мне, в принципе, тоже не сильно что здесь надо. Давай, история вместо бонсая пойдешь. Окей. Так, притон у нас. Типа, если у нас такие проблемы, что, блядь, не можем метки раскрыть, нормально. А, я понял, это, короче, я понял. Я назвал... я неправильно назвал. У меня-то в первой пати хант, а он в РДД стоит, нахуй, спокойно чилит. Вон, видишь? Из-за этого метка кинулась на кого-то, зеленая. Точнее фиолетовая на ПС кинулась. Заходим.
Сейчас суманем историю. В бонсай там порты ебанешься. Да, сейчас, да. Сейчас надо еще раз посчитать. Я просто посчитал первую, вторую пати, я забыл, что Довокин он тоже, блядь, не шарит нихуя, да, как прыгать Довокин. Поэтому стоит зеленый. Чего вы поставьте? Я там ГМ потянусь, окей. Под босса и все. Да, да. Там. Изи-пизи. Сейчас еще раз. Сейчас еще раз назову. Ну просто это, и я забыл, и он сам как бы не знает. Да и ПС не смотрит на свою метку. Значит, еще раз, значит, фиолетовые должны быть 12 меток. Давай я его для верности перекину. И, наверное, сюда кину Акису. Потом на следующий босс его перекину обратно. Первая, вторая пати с звезды начинает. Это вот точно уже все милики. Потом из пятой пати это два приста. Геншина не люблю, с той стороны начинают. Все остальные, третья, четвертая пати, Синтек, Друид и Айновен, это с кружка начинают. Это РДД считаются. Не будете рыбу там, кто ставил. Ешьте. А на замене сидишь, тоже ИП получаешь? Да, да. Не боните шкаф. Историю с нем. Пришел тес? Все. Как баф вроде есть. Рыба есть. Проверка. Так, все готовы. Даю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Я ебал, нахуй. Игру, блядь. Обстрел смотрим. Выходим в ворота, да? Так, 60%. Рависта, кисарарник. Давай еще побьем. Может, не будет никто падать больше. Метки. Метки выносите к стене, там подыхайте. Лучи.
Да, выходим. Заходим в противоположный свет, вздыхаем. Вы будто каждую неделю по новой на освоение ходим. Умрете. Ходите, вы уже падаете. Умрете. Там самое критичное было, конечно, от гейзеров сдохли. 3 милика, потом еще РДДшники. Я что-то не помню, тут забито в воду вся эта хуйня. Метка скверная. Вы умрете. Святос там не подошел еще. Вон Святос пришел. Баптисты, говорит, пришли, блядь. Те, которые баптистскую. Блять. Съели рыбу, да? Помню, там милики, вставайте поудобнее, чтобы, допустим, давайте первая пати с левой ноги, вот в звезде стоит, лицом к звезде собака. Первая пати отбегает в уголок, а вторая пати, рвист, вот эти все, отбегаете вправо, то есть наперед туда движение собаки. Вот, и стойте, одна пачка у левой ноги, другая у правой. Вот, ну присты там дальше, то есть вот где кости эти лежат. Только смотрите, в костях не запнитесь там, чтобы конфликт не словить. Но РДДшники раньше.
И стойте тоже смотреть, чтобы вокруг вас не стояли люди, чтобы вам было куда убегать от этого. Метки, значит, выносите к стене, если магия глыбы, если шипы, тучку, локи, ну я не знаю. На локов лучше, конечно, сбежаться, спасти его, попробовать. А, наверное, если увидишь что метку в этой, в РДД, ебанешь массакру. Ну, Вилаша на свое усмотрение тоже дашь Т4. Ребят, первые сейвы сдавайте, вот, если метка есть на кого, отбегите с этой меткой и сдайте там глыбу, тучу, все хуйню. А на второй мы уже сбежимся, там проще. Переживите первые вот, бурсты, скажем так. Ну, кстати, идея хорошая. Первая группа с левой ноги, вторая группа с правой ноги держится. Хуй знает, Синтек. Ну вот я бы эту идею предложил. Должна быть на их торке. Так, Зулзин, ты тут? Где он там? Стоит тут. Чё? Готовность не принял. А? Так, все готовы, даю отчёт. А чё все справа-то? Да ладно, блин. Сразу ложимся, давайте. У меня получается. В противоположный свет заходим, падаем. Вы умрете. РДД тоже по пачкам можно ставить, да? Так, первую пачку четвертую вводит Вихторка. А пачку третью на мне звездочка будет. Четвертая пати с Вихторкой, стойте. Немножко поближе ко входу. А остальные подальше со звездочкой. Ну, Локи, короче. Ой, блядь, не Локи, а это маги и Притон с Войдом. А Сова, там Довокина и Навен. Вы, короче, посередине между нами стоите. Мы подальше отойдем сейчас. Сейчас я вам метки поставлю. Ой, что-то я, блядь. Так. Так, тут милки, тут РДД. Так, пачка Вихторки. Пачка Вихторки, стоите. Вот тут ваша позиция начальная. Ну, не тут, ближе к собаке. Я наебал немножко. Чтобы вы ее доставать могли. Где-то отсюда, наверное, да, достаете? Дальше не пересекаете. Ну, примерно, да. Так, отбегать, отбегать. Отбегать будете. Тоже поставлю вам куда, чтобы вы залупу всякую не делали. Треугольник будете отбегать от гейзеров. То есть назад. Не туда, не на РДД, не в рассыпную, а туда. Это направление вам. Пачка хилов, Айновен, Синтек, Довокин. Ваша метка. Луна. Вы централизованы, стоите, хилите весь. А мне хила спекаться? Ты в сове. Этот самый. Дамажишь. Вот вы тут стоите. И остальные с Войдом. Вы и отбегаете, соответственно. Не буду объяснять. Вот сюда отбегаете. Значит, те, кто с Войдом стоят, мы дальше с вами стоим. Вот здесь. Где-то вот в звезде. И отбегаем, соответственно, назад. Вот сюда, в черепок. За вот эту середину комнаты, через от ромбика до звезды, на ту сторону миликов мы не перебегаем. То есть к ним не прибегаем, вы сами это знаете. Так, сейчас бафнемся. Рыба там стоит, нет? Что-то, блин, пропускаю рыбу, но... Ладно, пох.
Так, вроде назначил. С левой правой ногой помните, да? Первая пати с левой ноги, вторая пати с правой. Посмотрите, в какой пати. Если это сложно так. Че, рыба есть, нету? Кто знает? Нет. Не видел. Кто ставил, у кого рыба есть? Не заслужили рыбу. Расходимся. Сейчас я ГБ поставлю. Не, вроде там где-то есть. Так. Вот есть. Все, я взял рыбу. Поставили рыбу. А, поставили. Ну, потом еще поставлю. Сука, еще все забито. Нихуя, блядь, нигде не выставить. Всякие квестовые предметы, блядь. Жрите рыбу. Это на гейзерах вы оббегаете, метки тоже примерно в том направлении выносите, чтобы они не мешали нам двигаться. Имя имен. Ща я похаваю. Че похавал? Так, дай отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Давайте стали по своим меткам, блядь. Еще раз напомню, блядь. Стойте так, чтобы вам было место, куда отбегать. Ждите эту гейзер. Не фиолетовый или зеленый. От этого зависит, убьем босса или нет. От гейзер убежали. Три тела не могут убежать. Макс с блинком, Лок с порталом и П со стучкой. Не был портал. Да кахули его не было, блядь. Ну, блядь. Сейчас, блядь, следующего утра будет, я думаю. Ну хуя бог портал придумал для локов. Обстрел смотрим. Пока в минус 3 побьем. Случай вышли. Что это у вас там, гейзеры, да? Или метка? Гейзеры, этот был. Гейзер. Не вижу проблем вообще с гейзера выйти. Вот вышел вообще спокойно. Не напрягаясь. То, что у вас 8 человек лежит, нахуй, это вообще никак. Не, это не охуенно, это не есть хорошо. Ладно, бьем дальше, пробуем. Может вообще сейчас никто сдыхать не будет. Чисто, не чисто. Следующего утра, я думаю, лучше будет. Синтек Дейнер по не люблю. Ну, черная метка, милики, готовьтесь. Может, не зыбку дать, Вилаш. Конфликт Геншин словил. И шо ты три этой хуйней? Я пока не могу прочитать это заклинание. Вы хоть помираете, когда знаете, да, что вы закосячили? Понимаете? Так, Вилаша, там на будущее введи. Ты вокруг хочешь? Ну ладно, веди похуй.
Так, к звезде не подходите, к войду. Точку сдам. Ложимся, падаем. Заново. Не добьем. Еще раз, там, кому сложно отбегать, локи все обязательно портал поставьте, у вас 5 штук. 5 порталов должен стоять. С гейзера вы уходите порталом. Давайте, вы падаем. Умрете. Босс, тут вообще столько ДПС у нас, что я не знаю, блядь. То, что вы лежите и чилите, это нехорошо. Ну да, заходим. Да ебаная, блядь, вход этот ебаный. Здесь так кто-то побежал. Хуй знает. Да когда вот в этот вход зеленый входишь, нахуй, там в лестницу эту проваливаешься, блядь, тебя не портует сразу, ты сквозь этот портал ебаный проходишь. Мне эта хуйня калит, пиздец. А, ну есть такое. Очко горит, блядь. Я зато чарки теперь вижу. Не придется вам чарки читать. Ставлю рыбу. У входа справа. Я не сильно ты утруждал эти. Да. Только вы сейчас подутрудитесь немножко, нахуй. Выбежать с гейзеров, блядь. Подутрудитесь, блядь. Неохота сидеть тут 3 часа, блядь. У нас там рыба. Морда, да? У миликов гейзеры были под. Типа езда. Так это что, это мешает? Ну это либо у РТД под поезда выдается, либо у Милика под поезда. Под поезда, это что так? Это мешает как-то вам или что? Или объяснить, блядь? Вы гейзеры... Ну не знаю как всем вот... остальным, но я еле-еле увидел, что там гейзеры собираются. Так, блядь. Когда поезда, вы выходите из поездов и одновременно с этим, если гейзеры идут, вы просто из гейзеров тоже выходите. Главное, двигайтесь не горизонтально в комнате, как точнее, блядь, вот если на собаку смотришь, наебало... Не туда, не вдоль луча, а поперек лучей, нахуй. Чтобы одновременно из гейзера выходить, такое направление выбирать, и с луча выходить. Надеюсь, понятно объяснил. Понимаете, за что это такое? Вы с двух хуинь выходите одновременно, блядь. Проверка. Третья пати, 3 мага, притон, вы, если что, вокруг звезды там с войдом. Ну не вокруг там, примерно рядом стоим. Все, без этой хуйни, без отчета пульнули. Ладно, окей. Сука, ну в чем у вас проблема, блядь? Ты под портал решил гейзер поставить. Викторка? Портал. У меня вылетел интернет нахер. Хорошо. Так что я просто не смог отбежать. Зулзин, блинк, блядь. Где твой? Акиса сдох, блядь. Ладно, бьем. Не могу ДПСить нормально из-за вас. Смотрю на то, что вы делаете, блядь. И тут спокойно выбегается, просто, блядь, все стоят в прижим. Живи стопа. Ложимся, не бьем дальше. 60% у босса, 10-15 человек живые, мертвые. Ложимся. Деловый конфликт. Ну, топа Эровиз был с конфликтом. Вы умрете. Мне интересно, почему, давай посмотрим. Это надо полученный урон смотреть. По приколу, сейчас будете чилить, нахуй, 5 человек, блядь. Не бить собаку, милики. Сейчас посмотрю по ДПС. Равист, смотрим полученный урон. Что ж ты получил? Луч скверный, Равист. Чем объяснишь? Ты с фиолетовой меткой словил луч скверный. Это означает, ты словил конфликт. Это означает вайп рейда. Топа. Полученный урон. Луч скверный. Ничего не получил вообще. Ни одного урона. Луч скверный, вот он, в рекаунте, блядь. Это означает, что вы не вышли с луча.
Давай смотрим ДПС. В самом низу Буребай, Акиса сдох. Но Акиса может больше даст. Так, давай пересвичнем вас. Так, Рарник. Офицер Святос. История нормально дают. Ассистис. Так, Святоса сюда. Так. Ладно, давай Акиса там почилит, короче. Первая пати. История с танком Савилаши, с Рарником, Святосом, Малефицистом стоят, бьют. Пятая пати. Стоите, чилите. Сейчас вам в углу метку штрафную поставлю, блядь. Будете там стоять, блядь. Не дай бог вы, сука, луч какой-нибудь словите. Просто там стоите и прыгаете, как бичи. С гейзеров вышли, чтоб метку поделили. В угол поставили, нахуй. Ну, сука, ну потому что вам там места мало, я все тоже понимаю, блядь, как бы. Наказали. Да, там можно выходить. И этот, ну ладно, Вихторка вылетел. Зулзин, нахуй, где твой блинк, сука? Короче, там под Герой все они кастуют, блядь, еще эта хуйня появляется, там просто, блядь, игра останавливается. Я понял. Штрафная метка, кружок. На равнике пусть будет кружок, это самое. Кажется, мы его так вообще не убьем, если кто-то в кашек будет вообще не бить босса. Ничего, нахуй. Как только с первой пати кто сдохнет, там будет подходить замена ваша, нахуй. Киса вон издалека молнию покастует. А вот кто не убегает, у вас есть чарка на передвижении? Да какая, блядь? Почему тут чарка, блядь? Там можно, нахуй, ползком выползти. Да, там бы ползком можно выползти и клинком, или бухеровым. Следующие конфликты там, блядь, рови стопа, блядь. Там такая хуйня происходит, то что, блядь, все в одну кучу сжмутся, и когда появляются гейзеры, блядь, некуда бежать. Вокруг, блядь, чужие гейзеры стоят. Так я поэтому и объясняю. Может быть, не слышно было? Давай еще раз расскажу. Милики и РДД, выбирайте такую позицию, сука. Вообще, неважно. Блядь, я вот выбираю. Вот я стою, кастую. Нет, блядь, ко мне кто-нибудь подойдет. Ну что мне, его нахуй слать во время? Значит, отойди к стене, постой, почиль. Посмотри, да, как они сдохнут, как гуси, нахуй. А потом подойди, подамажь. У вас же есть рейндж 8 метров. То есть здесь рейндж 8 метров в РДД-зоне. Не соблюдают никто рейндж. Поебать, у тебя, блядь, табличка показывает, кто рядом с тобой стоит, блядь. Просто смотришь, блядь, о, чел подошел, взял, отошел от него сам. Нахуй ты, блядь, ну зачем говорить, блядь, то, что они подходят, но отойди ты от него сам. Я вот с пугами ходил на неделю, закрывал. Если я отойду назад, я не буду доставать до босса. Найди другое место, побегай чуть-чуть там, ну, типа, ну, я находил, ты ходил с пугами, они там стояли, пиздец вообще, как попало, нахуй. Побегай, ты РДДшнику советуешь побегать? Вот смотри, имя-мен. Я на присте сюда ходил. Все, это особо не ругайтесь, вот смотри, имя-мен, ты стоишь непосредственно вокруг ромбика, да? Твоя пачка, четвертая пати, она стоит здесь. Вот какую позицию они выбирают? Вот я бы на твоем месте выбрал позицию вот здесь, вот где вот рыба, блядь. Здесь и босс близко. Если выносить, я просто вот сюда к воротам отбегу 3 метра, нахуй, и все. И просто мне будет похуй. А те челики пускай вон. У меня камера длинная, если я туда забегаю, у меня обзор вообще не видно нихера. Так, ровист зашел. Сейчас. Заходи, подбегай к нам. Блять, рыба стоит еще, нет? Вон стоит рыба. Просто я не подбегаю к другим, я держу ржу. Ну кто-то, блядь, лезет ко мне, а у меня уже просто места нет. Вы поймите простую вещь. Вы поймите простую вещь. Если вы будете стоять ржом и хороводом, вы хуй когда чего выбежите, блять. Локи, у вас одна кнопка, портал. Все, вы ебанули портал. Порталы друг от друга тоже там поставьте. Хотя не, это плохо. Ну смотри, ты говоришь, что их все подбегают, но значит он тоже не может стоять просто. Типа. Ну не, ну я так. У каждого своя ситуация. Я-то как-то нахожу место. Почему другой за, ну другие за этим не следят? Лапу дайте. Все, блять. Они же пытаются найти это место. Давайте. Сейчас, если будет непонятно, я посмотрю. Я вообще вон иду, вон где вот черепок, в самую даль куда-нибудь. Все, долго обсуждаем, надо хуярить. А то навык потеряется, пока мы, блядь, будем пиздеть. Вихторка и мистери. Я побить хочу, блядь, вы. Дровист, подхилься там. А, вы с пулей. А чё вы пулите? Чё вы пулите, мне интересно? Это болезнь, наверное. И ладно. Вот только что сказал, и Войд побежал ко мне, блядь, в упор. Я же везде стою.
Сейчас будет гейзер, либо вардедет, либо мили. Он вардедет, да? Смотрим, да, вот они. Вот я выбежал спокойно вообще. Мистери, где твой портал? Ладно, это уже лучше. Следующие гейзеры милишники будут во время поездов, то есть надо будет бежать по поезду и выходить в сторону. Можете уже отойти от босса, чтобы, блядь, поймать эти ебаные поезда. Зулзин конфликт. Сдох сразу как бич, ну ничего. Что конфликт он словил, я видел. Следующие гейзеры будут в РДД-зоне. Там кто-то с меткой стоит. С меткой лучше по танку бегать. По-моему. Опа, агро, да? А, убили танк. Ты что там, 100 луж настакал, что ли? Сотрясающий удар. А. Брюли вчера также вздыхал. Я пока не могу прочитать это заклинание. Заново начинаю. Вилаш, ты забыл, как танчить, что ли? Я даже прожался, но не помогло. Так а ты прожимай этот, вот оно висит на тебе, эта хуйня, секунд 5 остается, отдавай этот антимагический панцирь. И потом, когда эта хуйня прекращает выливаться с тебя, ты отходи на пустое место. Я думаю, хули ты там так долго стоишь? Оно, конечно, тебя будет шотать. Плюс вот эта хуйня, которая... Ты помнишь вообще, как я водил, блядь? Ты отходишь собаку, когда отводишь... Ты идешь и можешь уже не пятиться, а просто прыгать возле стены боком, так на собаку смотришь, прыгаешь. Я вот не помню, а вот в РДД в одном фрейме стоять, это норм или не пойдет? Нет, нет. Блять, ну если... Ситуация заебет. Понимаешь, у меня, я выбегаю с этой хуйни за секунду, и еще секунду стою, и потом такой гейзер разрывается. Если у вас... Так же, я успеваю выбежать. Ну, если с этим проблем нет, ты стой хоть 25 человек в одном фрейме, блядь. Не, ну там просто уже может прокнуть хуйня, которая будет дамажить в округе. Вокруг тебя, в смысле. Где там 25 человек, не будет прикольно стоять. Где там рарник? Так, ставлю рыбу. Гейзер это похуй, хуйня. Ешьте рыбу. Мистери. Не забудь нажать портал на гейзере. Вилаша, ты понял, что про это? Про лужу? Про эту хуйню? Под конец уже, когда больше всего отдаешь панцирь. У тебя, надеюсь, символ стоит на плюс 2 секунды эти магического панциря? Лапку дайте. Не пульте босса сейчас никто. Еще не все готовность приняли. Надо отчет еще дать. Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Пизда, босс далеко. Как гейзеры будут? В мели с гейзером.
Люблю щиты, у тебя вообще проблема какая-то, да? Ты не понимаешь, что дальше надо от них стоять? Следующие кейзеры будут во время поездов в РТД зоне. Метки. Лучи смотрим. Пизда. Вот гейзер. Гейзер. Ложимся, заново начинаем. Напоминает десятку почему-то. Хорошо, да? Но. Потому что вы залупу какую-то делаете. И еще РДДшники, блядь, для вас стоит звезда, звезда, это середина комнаты, блядь, какого хуя вы бегаете на миличной половине, сейчас люди просто, ну, убегали, блядь, от поездов и забежали просто в людей, которые в РДД-зоне выносили гейзеры. Гейзеры, я поставил вам куда выносить, к стене, нахуй, там черепок стоит. Или может еще раз повторить, сейчас повторю. Нихуя сложного на боссе нету вообще. Не люблю щиты, что у тебя за проблема, блять? Ну, я в прыжке ловлю гейзер. Я прыгаю постоянно по КД. Появляется гейзер, я не успеваю просто выскочить из него. Так, значит, не прыгай, блять. Не прыгай, блять, перед гейзером. Ты сейчас ты скажешь, блять, какой стан? Давай, хорошо, хорошо. На 5, во-первых. Во-вторых, все, сейчас слушаем внимательно, я, блять, объясняю. Запишите себе так, блокнот, тетрадь, нахуй, куда-нибудь, блять. Или я потом гайд на YouTube, нахуй, запишу. Как кидается стан, как кидается дезориентация. Объясняю, блять. Кому непонятно, включаем таймер под мини-картой на этот, этот. Находится эта хуйня, на время тикаем. Нажимаем на стрелочку вперед, начинаются секунды. Как кидается этот стаки на вас? Они кидаются каждую секунду, слушайте внимательно. Они кидаются в промежуток прям с 0,99 миллиардных одной секунды. Вот прям почти секунда, нахуй. И с 1 и 0,1 миллиардная второй секунды. То есть 1,0 тысяча миллиардных, блядь. Вот именно в этот ебаный промежуток кидается стак. Как работает стак и ваши метки? Если вы двигаетесь с 0 до 0,8 секунды, прыгнули, и вы стоите с 0,8 секунды до 1,1 секунды, то вы словите стак. Также, если вы сделаете во второй промежуток, то вы словите второй стак. Также, если сделаете в третий промежуток, вы словите третий стак. И ебаный стан получите, нахуй, на 5 секунд. То же самое касается дезориентации. Двигаться нужно именно в момент с 0,9 секунды до 1,1 секунды. Если вы эту хуйню не хотите отслеживать, то двигайтесь больше. Если у вас не получается это прыжками делать, то либо пробел быстрее нажимайте, либо бегайте, блять. Он у нас этот ВДшник стоит в Березе. Не люблю щиты, а еще кто? Люблю щиты, Геншин и этот... И все. И все. Типа, нахрен вы дымыти поставили еще? Вара, видите? И так все лагает. Можете стоять вот здесь. То есть, если вас... Выходим, с комнаты выходим. Нахуя вы пулите? У вас что, блядь? Это Хант запал. Хант, нахуй. Что, побежал? Спирит, что ты на агро стоит? Ну что, совсем ебанутые, блядь? Встаньте здесь, возле дверей, нахуй. Куда вы претесь, блядь? Сейчас пулите еще раз. Геншин, ты понял? Или кто это? Не люблю щиты. Ты понял суть, как ты ловишь стаки ебаные, блядь? Кто еще не понял? Ты мне скажи, ты понял? Я тебе объяснил нормально, тебе еще раз повторить. Ты понял, когда стаки кидаются? Блять. Ты тут вообще не люблю щиты? Ты понял, как кидаются стаки? Сейчас не похиль даже, просто этот... Попрыгай там, посмотри. Сам посмотри, подвигайся. И ты поймешь, блять. Проверь эту хуйню. Сделай так, чтобы ты и стан не словил. Либо пробел чаще нажимай, не будет стаков. И если видишь, ты пробел нажимаешь, на тебе стак накопился и второй накопился, сразу начинай бежать. Просто зажимай кнопку, только не в сторону миликов. РДД это для вас забор.
Нахуй эти дымы. Забор. У меня лагает, и вы еще дымы раскидали, блин. Вообще. Да, давайте, принимайте готовность. Забор, кстати, кривой. Этот босс легко убивает. Вы все этого босса убивали, прием. Чем, блядь, будете дольше ебланить, это ваше же время, блядь. Вы можете... Наш РДД-зона меньше вашей милизоны. Да, даю отчет. Ровно посередине одинаково. Нихуя. Поехали. Линейку я не ту взял. Над гейзеры будут, либо смотрите, где вы. В РДД зону. Молодцы. На кисе метка надо. Сейчас будут поезда, и во время поездов в мелизоне будут гейзеры. Поезда. Вы умрете. Долбоёбы, блядь. Ужасом. Бесса, и кто еще был? В мире много кто поезда словил. Я вообще вон туда, в этот убежал, в печеньку. Чтоб не бить и выжить. Печеньки, там, блядь, люди стоят с фиолетовыми метками, ты понимаешь? Ко мне. Ну-ка, кто там? Геншин, Зулзин, Песа. На стресс еще. Давай посмотрим. Полученный урон открываем. Смотрим. Геншин. А, что-то не то. А, это кто-то к нему подошел, наверное. Не, это уже когда мы падали. А, все. Я вышел и ловил конфликт. Зулзин. Смотрим, Зулзин. Зулзин непосредственно луч. Вспышка. Смотри, вспышка тьмы. Зулзин, ты же РДДшник, ты зеленый хуйней. Ты еще луч зеленый словил. Зеленый. И ты словил вспышку тьмы. Вспышку это. Какую? Ай, блядь, да никакую нахуй. У меня дезориентация кинулась, потому что у меня медики побежали, я начал отходить, у меня кинулась дезориентация, потом поезжал. Зачем ты на этой стороне стоишь? Да потому что где мне стоять? Так, Зулзин на где стресс. Где босс стоит, где босс там стоит. На стресс где луч. Где босс стоит? Все, тихо. Наш ДД? Тихо, тихо. На стресс луч скверный словил. И кто там еще четвертый был? Он по союзникам. И Песа. Песа, чего у нас словил? Надо глянуть. Песа. Песа, ты словил. Ты луч тьмы словил. Ты просто в луче был. Фиолетовым. В луче сложно выбегать. Для этого у вас стоит метка на Викторке, это ромбик, метка на Войде, звезда. Как, если вы не понимаете, как убегать с лучей, нахуй. Если вы ловите луч. Посмотрите сначала, не побейте, сука, трай. Все равно вайпаемся дохуя. Посмотрите, как выбегают с лучей метки. Повторите то же самое, блядь. Поймите, блядь, когда надо выбегать с луча. В какую сторону, блядь. Это я виноват. Я виновата. Я понял. А я это кто? Жена. Эй, это кто кого? Жена Песа. А, ну хорошо. Ладно, мы тебя прощаем, Песа. Ну не, ну на самом деле, блядь, я просто нихуя вообще умер. Просто я стоял пизда нахуй, на дереве, блядь. Давайте, блядь, ребята, это наше время, блядь. Должны это понимать. Давайте еще раз. Маленькая просьба, можно так прям вот туда в угол не заводить босса, блядь, до него так далеко дотянуть. Да, 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 этот самый, этот, Вилаша, пошли. Вот смотри, ты вот тут его спулил, да? Ты его сюда не ставь, ты вот где здесь стоишь, вот здесь прям вот так спиной поставь. Вот, понял, да?
Вот, а туда ты его ведешь, он с залупа реально хоть дотянешься. Чтоб жопа босса торчала вот здесь где-то. Где ты сейчас тусуешься. Все, проверка. Викторка Химиса. Дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Зулжин, ты сейчас опять словишь конфликт. Уйди, пожалуйста, в РДД-зону. А стой почесть, Зулжин, блядь. Вон там на миликах фиолетовый. Милики никто не сдохли, молодцы. Метки. Если на миликах была эта хуйня, значит, как Биг Дэм сказал, будет на лучах, на РДДшниках эта хуйня. То есть имейте в виду выбегать на шквальном обстреле на лучах на поездах РДД в сторону воду, где луковские порталы стоят, в ту стену. Вот, стоим. Блять, я долбоёб. Ну, красиво. Угу. Давайте ложимся, давайте заново, блять. А я что-то я не вроде делаю. Нормально пока что. От гейзера еще тоже разлетается. Хотя бы там точка не спасла, что ли? Войд, войд. Вот у гейзера есть вот ранжа, да, вот этот вот круг, который он показывает. А еще дальше идет дамаг, я что-то не понимаю. Ну там, вроде да, идет. Ну, один шажок. Ну там еще 1-2 метра. Ложитесь, сбегитесь, ляжьте, давайте заново начнем. Что-то хуйня какая-то получилась. 6 тел лежат, уже тратить нет смысла. Не заходите только в инст, чтобы не забагалось. Умрете. Заходить, да, дальше надо бегать метров на 5, чтоб наверняка. Мне что, просто в углу стоять, что ли? Кому? Магу. Ты стой чуть дальше, ты стоишь прямо вот в зоне, где я бегаю. То есть я условно бегаю прямо. А где мне стоять? Ну я не знаю, подойди поближе к входу, вас тут вообще нету, вы стоите вот за ромбиком. Стань ты вот тут, вот, где прыгаю я на присте, около ромбика. Вот тут уже есть место всегда. Еще кто-то раз напомню, вот, четвертая пати стоит в районе ромбика. У вас, вы отбегаете, вот в треугольнике у вас портал, и можете влево отбежать, кому удобнее. Вот там, у этого нету, у ПСа нету телепорта, он влево отбежит сюда к воротам, и все от гейзера. Значит, в луне стоят НВН, Синтек и Девакин, три человека. Они отбегают в сторону креста. На лучах, на всей хуйне это направление. В звезде стоят третья пати. Там Зулзин, все три мага, Притон стоит. У Притона в черепке портал, у магов блинк. В сторону черепа, не в сторону миликов. И в сторону этой хуйни. Ну а я отбегаю где-то от звезды в сторону черепа. В этом направлении. Он рыба стоит, ешьте. Ставьте почту, пожалуйста. Еще до самого сущного не дошли. До чего? До второго. Да, он легкий. В десятке кто-то тоже так это говорил. Да вы имеете. Десятки ДЦ не было просто. Блин, сейчас, сейчас у нас все есть, блин. Все, давай, принимайте готовность. Викторка и мистери. Мистери. Мистери, мистери, прием. Бля. Мистери готов, дает счет. 5, 4, 3, 2, 1.
останки скинулись, бьем дальше. Обстрел смотрим. Зулзин нахуй. Бич, блядь. Чё ты плюёшься, блядь? У него. Быдло. Ну, походу топ по топ по смертям, да? Играем, играем. Давайте, не бланим. Два тела только лежат. Блять, лужу хуёвую вам сделал. Милики, смотрите на нас, не набегите на звезду. Лучи смотрим. Эй, я. Конфликт, блядь. Что, лечь решили или что? Блять, он на меня попал. А, хорошо, ложимся. Может в хила спекнуться, а то у нас часто что-то танк умирает. Да, давай. Как вариант, мы просто, чтобы хилы не бегали. Ну, тоже согласен. Давай этот самый, ты синтек побегаешь вместо... Кто там, блять, у нас ебанит? Не люблю щиты. Он так вроде в хате, вроде бегает, нет? Он в сове. Он в сове сидит. Этот, не люблю щиты. Ты встаешь в район Луны, начинаешь теперь с ДДшником. Твоя мечта сбылась. Синтек, ты вместо него в этой. Я книги бегаю, да? Я запутался. Не люблю щиты же задыхал, да? А Геншин также продолжаешь бегать. Геншин, ты в чем там вообще? Последние два трая я не задыхал. А Геншин в ДЦ. Ты на ДЦ. Кто там в печеньке бегает? Может просто бегать возле стенки прям вплотную. Да, вы тогда не словите лучи точно. Поняли, да, кто меняется там? Не люблю щиты с синтеком местами. Синтек фиолетовая метка теперь. Не люблю щиты, но тебе зеленая теперь. Понял? Сука, только не сдохни там, блядь, с хэпалом, с давакином ты стоишь. В луне. Отбегаешь вон в крестик. В ту сторону. Так, рыба стоит, ешьте. Все нормально, вы как бы уже все видели, блять. Эта вся хуйня просто по кругу повторяется. Просто что урон по нам увеличивается, стаки стакаются. Так, даю пристабаб.